Татьяна Голикова и Андрей Фурсенко, знаете? Ох, кого бы я говорю, ладно. Провели заседание Совета научно-образовательных центров мирового уровня. В заседании принял участие министр науки и высшего образования Валерий Фальков. В повестке обсуждения предварительных результатов деятельности центра в 2019 год. Ну, дали бы мне возможность. Я же приезжал уже за свой счет на конференцию. Мне отключили этот самый микрофон. Вот. Деньги не вернули и не вернут никогда. Обсуждение результатов предварительных деятельностей центров. Центр-то называется научно-образовательное мирового уровня. Вот мировой уровень мог получиться из кого? Пойдем дальше. Смотрите. А сейчас в Москве собралось 600 человек, которые... Это новая элита. Вот. Ирина Александровна, вас там, наверное, не ждут и не ждали. Эх. Ладно. Смотрим. Настоящую элиту. Вы поняли, как нет? Неудобно называть фамилии. Садоводы, любители Урала. Вот то мировой уровень. Тут же рядом этот самый ГСУ. Наука. Которая выпускает то, что простонародье можно назвать запорожцами. Рядом с мерседесами. Представляете? А где ваш мировой этот уровень? Ну посидели вы, ну. Или после этого у вас что? Банкет, что ли, чтобы это... Не просто так сидеть, скучать. Потом же надо как-то это снимать стресс. Ну, обсудили. Что у нас теперь? Прибавится яблонь, груш? А сейчас, вот помните, тот трактор. Вот мировой уровень. Вот мировой уровень. Я взял, на себя смелость. Может быть, я навредю. Вот после того, когда я раскручиваю Елену Санну Савинич, так? Вот. Может, это и во вред только. Так его хоть могут взять на 9 тысяч там этим самым. Аспирантура, вот так же, как наш друг этот, Тельберт. И она пролетела с аспирантурой. Все! А меня могут взять там это, ну, агрономом. Ставка 9 тысяч. Все. Я решил, черт с ним, если я правда навредит, не знаю. Я ее назвал Мисс Академия Наук. Если там выбрать красавиц из умных, ну, я думаю, она первая претендентка на это звание. Из умных, повторяю. Вот. Помните скандалы? Чиновницы набирают с голыми задницами, из этих, набирают чиновницами государственного уровня, из девочек с голыми задницами из этого, из интернета. Да, это все серьезно. Кто следит, тот знает. А я имею в виду из умных. Вот она, студентка, спортсменка, садовод и просто красавица. Не знаю, навредила вам, нет. Вот. Потом еще расскажу про Сергея Железова и соберу все фотографии с Юлией Матвеевой. Вот. А вдруг? А? Гражданин Фальков, министр образования. А вдруг? Вам нужны будут...